Камчатских школьников не будут отправлять на удаленку даже после контакта с заболевшим коронавирусом. Такое решение принято на оперативном штабе, который провел губернатор края Владимир Солодов. 6 февраля Роспотребнадзор ввел новые правила, согласно которым людям, имевшим контакт с больным коронавирусом, теперь не обязательно соблюдать карантин. Раньше школьные классы уходили на дистанционное обучение, если среди учеников кто-то один заболевал ковидом, либо если общее количество заболевших ОРВИ превышало 20%. Сейчас на Камчатке нет школьных классов, отправленных на дистанционное обучение после контакта с коронавирусными больными. В колледжах и техникумах закрыто 10 групп. Удаленно обучаются 240 студентов.